И не шлепок, а хороший ремень иногда тоже полезно для ребенка. Не для всех, конечно. Я не сторонник того, чтобы наказывать детей. Если надо в угол поставить за ухо, взять ребенка, ставьте. Аккуратно только. С мозгами. Ну, Виктор часто получал, он от меня как старший. Младшего я вообще, ему 15-й год, я никогда его не наказывал. Он этого не заслуживал. А средний Дима, он уже видел, как Вите попадало? Он ровненько стоял рядом. Понимаете, где-то кто-то брякнул о противодействии насилию в семье. Это модная сейчас формулировка на Западе. У них скоро семей не будет. У них уже мужик на мужике женится или замуж выходит, вы это знаете. Детям, детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье. Это безглуздица полная. Мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших традиций, белорусских, славянских традиций.